Всем доброго времени суток. Получил очередную бандероль с Китая. Добиралась она сюда около 30 дней. Оценена $140. Хотя стоимость ниже этого планшета. Прибыла в Украину службой Мист Экспресс. Сейчас рассмотрим, что у нас здесь. Это планшет Кубе Т8 Плюс должен быть. Упакован, как видим, хорошо. Вот такая вот коробочка. Здесь характеристики какие-то. Как видим, распечатано уже было. Распечатано, видимо, китаец проверял. Так вот выглядит в коробке данный планшет. Планшет 8-дюймовый. Как я уже говорил, это версия плюс. Здесь должно быть разрешение Full HD. С GSM модулем 4G, как видим, 64-битный, 2 гигабайта оперативной памяти, 16 гигабайт встроенной. Сейчас с улицы принес немного холодный, сейчас я его пока посмотрим, что там в комплекте у нас. Инструкция на китайском и на английском. VIP-карточка, видимо, от продавца. Гарантийный. Зарядное устройство. Как видим, уже под наши розетки. Наушники. OTG кабель. OTG кабель. Кабель синхронизации, он же зарядки. И вот такой вот еще переходник я заказывал. С микро-USB на USB подключать флешку. Все, в комплекте больше ничего нет. Сейчас попробуем включить планшет. Задняя часть, судя по холоду, алюминиевая, металлическая. Так как очень холодная. Здесь у нас вставляется две сим-карты и одна сим-карта или две сим-карты. В общем, сим-карта и карта памяти. Итак, планшет включился. Смотрим настройки. Информация. Android 5.1, как видим. Присутствует обновление по воздуху. Так, смотрим память.
Общая память Total Space 851. Использовано 8, свободно, вернее, 834. И сколько использовано? Так, экран, настройки экрана. Видим, яркость не на всю установлена. Запас еще какой-то яркости присутствует. В принципе, так работает планшет Шустра. Также видим кучу китайского софта присутствующего. Так. Это у нас, я так понимаю, запущенный, не запущенный, это такой лаунчер дополнительный. Вот запущенное приложение. Еще раз зайдем в настройки, что-то меня настораживает количество памяти в данном планшете. Total Space получается 8.51, это встроенное. И здесь 2.91. В общем, необходимо ставить Antutu и делать тест. В общем, кому интересно, в принципе, планшет неплохой, все здесь работает. Люфтов никаких ничего не ощущается. Ссылка будет в описании. Кому интересно, заказываем. На этом все. Всем спасибо. Пока.